Всем привет, с вами я, Заза, и сегодня мы начинаем проходить, ну точнее не совсем проходить, а изучать новый мод, который я уже называл в предыдущем моде, то есть в Butcher Speed Meat, который называется Мусорщик Пустоши или Scavenger of Wasteland. Смысл в чем? Я нашел этот Autoplex, мне написали, что типа хорошее место, можно устроить тут базу. Объясняю, это как бы новый дом для главного героя, в котором мы будем все приносить, и то есть усовершенствование будет происходить только за счет того, что мы найдем. Я не успел практически ничего сделать, единственное, что я успел найти какой-то порох Curtis and Harvey, не знаю, что он делает, зачем он нужен, нашел его где-то далеко отсюда, случайно наткнулся, ну и дошел, соответственно, до этой локации. По поводу Butcher Speed Meat, я его еще не закончил, мы все еще ждем, пока нам Butcher Pete даст новый квест, а он должен дать его когда-либо, поэтому как только его дадут нам, мы продолжим Butcher Speed. То есть у меня как бы сейчас два мода параллельно. Ну что ж, давайте войдем, я никогда здесь не входил. Автоплекс мистера Си. Давайте возьмем на всякий случай, вдруг там надо будет зачистить территорию. По описанию меня это очень увлекло, потому что мне всегда не нравилось то, что дом мы могли либо тупо купить, и все апгрейды у него тоже тупо купить. Шортвейв, какие-то сигналы нашлись. Как-то здесь слишком темно, да? Но у нас же есть мега-чит-костюм, который нифига нам не помог. Окай. Дикий гуль. Что-то слишком темно, мне кажется. Хедшот. Это было зрелищно. Блин, а здесь нет выключателя. Как бы это бредово не звучало. Я не могу идти в такой тьме. Мне даже вначале показалось, что у меня еще не догрузилось. Да, конечно, местечко для дома не особо смотрится. Жуткая 67. То есть это какой-то тоже уникальный дикий гуль. Оставим пока. И давайте попробуем сохраниться и использовать. Что-нибудь даст он нам или нет? Взрывчатка. Ну ладно. Давайте вернемся. Потому что я не знаю, возможно, это понадобится нам. Кто знает. Может, мы все починим журналом. Так, что же здесь вообще есть? Гуль где-то рядом, наверное, на другом этаже. Какие-то ящики. Пустые шкафы. Все перевернуто. Так, верстак. Видимо, его нам придется починить. Старый верстак. Эта область хорошо подойдет для работы. Вы сможете работать на верстаке, прессовать боеприпасы и преобразовывать энергоячейки. Для этого вам нужны кое-какие детали. Активируйте верстак, чтобы начать поиски. Итак, нам добавил задание. Автоплекс верстак. Принести гаечный ключ, чудо-клей, сенсорный модуль, металлолом, весы, я не знаю, где взять, запальник, ручной тормоз от мотоцикла, ланчбокс, свинцовую трубу, молоток, амодайз. То есть из этого всего я не знаю двух вещей. Это весы какие-то и амодайз. Блин, ну где здесь освещение, черт возьми? Сортир. Сортир. Вроде все работает тут. Слава богу. Блин, эта тьма меня немного... О, смотрите, провод какого-то генератора. Слушайте, меня это уже очень сильно затягивает. Так, здесь мы начали наши... О, ядеркол автомат. Активируйте его, чтобы начать задание. Кто подметил, вы сможете охлаждать ядерколу. Что нам нужно для автомата? Чудо-клей, пылесос, сенсорный модуль, бензобак. Здесь я хоть все знаю. Водный фонтан. Так, окей. Какие-то полочки. Ничем они нам тут не помогут. Это что, это ворота? Видимо, освещение нам тоже придется настраивать. Что меня очень сильно радует.
Потому что это очень интересно. Так, здесь еще и подвал есть какой-то. Так понимаю, тоже с гулями. Какого-то я видел, красная метка была. Промелькнула. А, это кротокрыс. Настоящий кротокрыс. What? What? Are you really kidding me? Бух. Не знаю, что там было. Опа. Там что-то еще взорвалось. Ух ты, ёк-макарёк. Блин, это было неожиданно. Ну, ты косой, это я догадывался. Кротокрыс. Я обыскать тебя хочу. А, понятно, ты пустой. Что-то там уже взорвалось. Грибы какие-то, блин. Терминал. Терминал. А, нет, это укрытие. О, затягивает. Затягивает. Вот одним словом. Не знаю, как вас. Видимо, не стоило взорвать генератор, да? Активируйте генератор, чтобы начать задание, как только починить, сможете включить освещение. Вот. А задание у нас как? Что, нельзя было это взорвать, да? Окей. Я не хотел взрывать, честно говоря. Хочет обыскиваться. Какой-то бред. Бред, бред, бред. Нельзя его, походу, уже починить, да? Слушайте. Не, это мне не нравится. Мне надо обязательно. Обязательно. То есть давайте попробуем не взрывать это все. Это где у нас было, блин, 3 минуты назад. Ну окей. Не страшно, недалеко мы прошли. Тут мы верстак активировать успели. Вот иногда это немного меня, ну не то чтобы бесит. Все, ярко мы получили задание. Все, шикарно. И прод мы какой-то находили, да? Или не находили еще? А, нет, ничего не находили. Все, пойдемте дальше. Сюда нам направо. Да. Принести дофига всего. Делаем сохранение. Идем в подвал. На этот раз не стреляем по генератору, а выманиваем сюда. Блин, выманиваем, я сказал. Все, выманивается. Ну, давай, добивай его. Шикарно. Еще двое, трое. Теперь-то ты починишься. А, вот, его нельзя было взрывать. Ну и, по крайней мере, это было очень нежелательно. Чертово освещение, ничего не видно. Так, 2 из 3. А, из 4 даже. Кожаный ремень, проводник, сенсорный модуль. Мы с освещением займемся как раз в первую очередь. Таким образом я представляю себе серии. То есть я буду проходить какой-либо мод, не этот. И... А, это надо что-то еще рано нажимать. И в дальнейшем, когда я наберу какие-либо вещи по квесту, так сказать, я буду проходить... Да, здесь все, понял. Я буду проходить, приносить все это сюда как отдельная серия. Ну и, в принципе, так я и собираюсь это делать. Постепенно улучшая и улучшая. Так, нам надо как-то наверх подняться. Но из освещения, блин, я нифига не вижу, где здесь что. Вроде как мы направо еще не ходили относительно входа. Блин, на него сесть можно. Вы что, серьезно?
Да ладно. Волшебство. Так, люстра прикольная. Даже очень. Да, здесь, конечно, не ахти как все. Музыкальный автомат. Шикарно. Что-нибудь за диваном лежит, не? Нет. Это вход. Все, вроде мы здесь все обыскали. Разве что направо мы еще не ходили до конца. Или там тоже тупик. Там не может быть тупика. Да, здесь дверь. Белая пластинка. Что за бред? Я здесь не находил белой пластинки. Это рад таракан, это не страшно. Осталось по нему попасть еще. Что такой косой, блин. Наконец-то. Здесь тупик. Здесь коридор. Здесь комната. Идем в комнату. Еще рад таракан. Черт рад таракан. Так, это работает. Отлично. Что там такое? А, мне показалось какое-то уникальное. Нет, мне не нужно мясо от таракана. Значит, и брать тоже ничего не будем. Так. Беспорядочек здесь нехилый. Это еще банка, да, мятая только. Духовка. Готовить пищу. 10 топлива для огнемета я уже как бы принес. Шикарно. Металлическая кастрюля. Нужна ли нам металлическая кастрюля? Ну, кастрюля. По-моему, нет. Да, не нужна. Ну, шикарно, значит. Хоть что-то в минус ушло. Топливо для огнемета. Так, здесь коридор продолжается. Шкаф. Нужен ключ. Окей. Нет, с освещением здесь, конечно, было бы намного удобней. Так, здесь ничего, ничего. Картотечный шкаф и пуст. Нет, не пустые, что-то там я видел. Подождите, там точно что-то я видел. Только вот что? Сейф? Беспалевно. Очень даже. Я чувствую себя немного этим идиотом таким, знаете, когда прячут под листочком бумаги целый сейф. И я его случайно нахожу. Блин, а что здесь вообще? Все, тупик что ли? Да не сюда должно быть проход какой-то. Как сюда пройти? Я что-то там мог активировать. Дайте мне сюда пройти. Как сюда попасть? Лаборатория. Что, лопата что ли нужна? Пробирки, манометр. Господи. Как туда войти? Как эту кучу мусора убрать? Проход. Здесь нет прохода. Так, ну что, я предлагаю, раз мы здесь все вроде на первый взгляд обыскали, что больше я здесь ничего не наблюдаю. Возможно, конечно, это из-за того, что здесь света нету. Может, кстати, здесь что-то? Нет, вроде нет. Духовку уже тыкали. Тогда я предлагаю пойти и поискать для освещения нужные нам вещи. И начать, конечно, стоит бы с продавцов, я так думаю. Каких-либо продавцов, которые продают мусор. Это могут быть мародеры, могут быть кто-нибудь еще. Целесообразнее было бы начать сразу этот квест с самого начала игры. Потому что у меня, как видите, уже очень много локаций изведано. Супермарт. Так, что нам надо? Давайте. Кожаный ремень. Сенсорный модуль. Проводник. Кожаный ремень, сенсорный модуль, проводник. Где что мы можем найти? Лафлан. Нет, это вряд ли. Тоже вряд ли. Давайте пойдем в общину Кентбери. Там иногда проходит караван, и мы тупо будем ждать, ждать и дождемся наш караван с торговцами нужными мне.
Сейчас я никого не вижу, да? Дядюшка Роу. Закусочную. Как умели улучшение зоны отдыха в автоплексе. Изменения произойдут после того, как контейнер будет давать автоплекс. Да ладно, тут еще и так все устроено. We do our best. You ever find yourself starving around? Так, а какую мебель мне надо забрать? Блин, я хотел забрать табурет. Стойте. А не нужна ли нам была мегатонна? Интересный вопрос такой. Видимо, я, наверное, поспешил, взорвав ее. Хотя, кто знает, может, можно и без мегатонны. Нет, а как мебель-то собирать, я не понял. Ну, нашел я закусочную, окей, да, я много чего могу так найти. Значит, караван нужен, если что так. Yes? Это не говорящий. Где караван? Вон. Нет, нет, там его нету. Блин, что все так лагает? А, антивирус обновляется. Ну тогда ясно, что все так лагает. Антивирус это святое. Рабомозг. О, металлолом. Там точно где-то был нужен металлолом. Давайте. Час ждать. Вот караван какой-то подоспел. Блин, что так лага... А, сохранение Кэзма. О, как раз. I hear you're the one who's so deeply invested in my chunk. Not as deeply as... I picked up some stealth boys the other day, and... Да, мне нафиг они не нужны. Так, давайте посмотрим, что нам пригодится. Гаечный ключ точно. Газонокосилки не помню. Лопатка нет, по-моему. Пылесос. Сенсорный модуль 100%, он в любом случае. Все, да? Ну окей. Так, ну ладно, хоть что-то. О, у него навык ремонта хорошо повысился. Да, очень хорошо. Заплатим. Мне не жалко. И дробовик обязательно. Но остальное пока вроде нормально. Так, ну я думаю, это будет у нас такая пилотная коротенькая серия, в которой мы немножко совсем набрали, поняли что да как, надеюсь, приблизительно поняли. В следующей серии, я думаю, мы продолжим искать что-либо. Нам осталось найти проводник и кожаный ремень, да? Судя по моей фигне. Потому что сенсорный модуль мы нашли. Проводники обычно лежат в... Ну, я думаю, вы знаете, как это называется-то, забыл. В инструментальных этих ящичках. Я уже буду все обыскивать. А вдруг? И кожаный ремень. Кожаный ремень. Ну, где-то он должен лежать, знаете, в медицинских принадлежностях. Ну что ж, в следующей серии мы продолжим искать что-либо. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я прощаюсь с вами с этими ужасными лагами. Еще раз спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.